Но я понимал, что это спекуляция. Я думал, такой я, типа, такой мачо сильный. Нужно лучше беречь и меньше об этом говорить. Моя первая профессия – это быть отцом. Задача моя – лишь направлять и давать им право выбора. Моя задача, блин, чтобы папа был крутым другом. Я не хочу оказаться на месте Регины. Сегодняшний гостевой визит на РУ-ТВ. Пирожки. Пирожки. С картошечкой. С картошечкой. Ты можно просить все без кроме. Обида – это яд, который выпиваешь ты в ожидании, что от этого пострадает кто-то другой. Стол заказов на РУ-ТВ. Всем привет! В эфире телеканала РУ-ТВ начинается «Стол заказов». Меня зовут Софья Курдюкова. И первый час у нас сегодня необычный, а звездный. Проведу его сегодня в компании артиста, беседа с которым, я думаю, заинтересует многих, потому что интервью он дает крайне редко. И я знаю, что его появление очень долго ждали наши зрители. У меня в гостях певец, хитмейкер вне времени и просто харизматичный мужчина Иракли. Вот так София. Мы тебя сегодня решили представить. Спасибо за такие теплые слова. Да. Привет всем. Ты знаешь, мы когда опубликовали фото в соцсетях, все начали спрашивать, куда пропал Иракли. И поэтому мы решили у тебя тоже узнать это, куда же ты пропал. Ты знаешь, я с собой очень часто встречаюсь, поэтому у меня нет такой интерпретации. Я счастлив, что я себя вижу часто. Ну, может быть, раньше как бы люди привыкли, что ты раньше транслировал больше свою жизнь, посещал больше светских мероприятий, а сейчас совсем куда-то решил удалиться. Это все-таки твое внутреннее такое состояние или правда вот не хочется выходить? Я задумаюсь на этот вопрос и обещаю впредь появляться почаще, но во всяком случае творчеством. Светские мероприятия посещать не сильно любитель. А вот появляться творчеством, наверное, мне надо задуматься. И счастлив, что сегодня является у нас такой день, что появился повод. Повод как раз, да, появился. И мы сегодня ты премьеришь клип на песню, которую написал еще 7 лет назад. Это правда? Даже чуть побольше. Чуть побольше. Наверное, лет 9 назад. И эту песню я очень сильно люблю. И она действительно часть моей жизни, часть непростой моей жизни. И я ее, наверное, вынашивал, берег для определенного времени. Счастлив, что настал этот день. И счастлив, что именно на РУ-ТВ происходит премьера клипа. А почему именно сейчас? Давай ответим и как раз посмотрим премьеру. Расскажу. Дело в том, что должно было, наверное, пройти определенное время того острого периода, который у меня был, с чем связано написание этой песни. У меня, наверное, я вот начал пропадать как раз-таки тогда, когда у меня был непростой период времени, связанный там с разводом и такой серьезной раной на моем сердце. Но я понимал, что это спекуляция выдавать именно тогда эту историю, когда я нахожусь в таком ранимом состоянии. Должно было пройти время. И сейчас некая такая ретроспектива того периода. Стол заказов на РУ-ТВ. Ну что, поздравляем тебя с премьерой. И вот расскажи вообще по эмоциям. Вот сейчас ты смотришь на эту работу. Вот чем отличаются эмоции, когда ты писал эту песню, от эмоций, которые вот ты сейчас переживаешь? Прошло время, и, наверное, эти эмоции улеглись, скажем так. Mm-hmm. Потому что тогда был очень острый период. И я счастлив, что я прожил и преодолел этот барьер, который был действительно непростой. Вот. Но я так понимаю, это связано с разводом. Вот что именно тебе помогло избавиться от этой боли? Бог. Ну, а какое время потребовалось, чтобы все-таки смириться и пережить эти чувства? Мне сложно, потому что я не держал в этот момент секундомер. Я могу лишь констатировать тот факт, что это заняло долгое время. Я, честно говоря, не ожидал. Я думал, такой я, типа, такой мачо сильный и так далее. Не думал, что меня это срубит настолько. Но это уже в прошлом, и я счастлив, что я отряхнулся, встал и пошел дальше. А в данный момент у нас прекрасные отношения, и мы партнеры вокруг наших детей. Вот. Но я решил все-таки поделиться этой работой, потому что гештальт надо было закрыть. А жена уже как-то отреагировала? Я знаю, что вы в хороших отношениях. Она как-то уже отреагировала на эту работу? Она знает, что это одна из любимых ее песен, и она мне всегда пушила относительно того, почему ты ее не выпускаешь. У тебя лежит такой трек, и ты его не выпускаешь. А я понимал, что это должно досозреть. И, конечно, я ждал выхода клипа, доделал его. Я счастлив, что я сам являюсь режиссером вместе со своим партнером Сергеем Гаяном. Я хочу вам передать привет.
далекой Грузии он находится, и он очень ждал тоже выхода этой работы, он влюбился искренне в эту песню и в этот клип. И тоже меня пушил, когда уже выйдет. Но я понимаю, что всему свое время. Но я так понимаю, что это спонтанная, да, была съемка, что в моменте просто... Ну ты знаешь, поэтому... Начался снег, и такой, все, снимаем клип. Да, на море в Батуми начался снег, и я позвонил ему, скорее выезжай. Я не могу, у меня работа. Я говорю, неинтересно, скорее. Потому что в Батуми редко выпадает снег. И поэтому локация получилась такая красивая, такое ощущение, как будто находишься где-то в северных странах. Это Гренландия. А это Грузия. Стол заказов на РУ-ТВ. Программа «Стол заказов» продолжается, и мы к вам возвращаемся не с пустыми руками. У нас для вас есть подарок, и подарим мы его за самый оригинальный вопрос, который вы зададите как раз Иракли в наших социальных сетях, в ВКонтакте, а также в Телеграм-канале. Ну и что, не могу я, точнее, пока все пишут вопросы, буду задавать вопросы я. Скажи, сейчас-то твое сердце свободно? Мы перейдем так плавно в эту тему. Мое сердце заполнено невероятными людьми, которых я люблю. Это мои дети, огромное количество друзей. Вот сегодня, София, вы так у меня искренне берете интервью, что вот вы в мое сердце тоже попали. Ну, я рада, что я попала тоже, частичкой стала вашего сердца. Скажи, но все равно есть ли какая-то девушка, которая спутница, которая тебя сейчас вдохновляет на творчество или которая там находится рядом всегда? Я не сторонник говорить о личной жизни. По своему опыту я понимаю, что личную жизнь нужно лучше беречь и меньше об этом говорить. Я нахожусь в том возрасте, когда можно об этом говорить, когда уже женился, кажется. Но хочется второй раз жениться? Хочется, это, наверное, девчонкам хочется замуж. У меня спокойное к этому отношение. Если вдруг это произойдет, то с удовольствием, конечно, потому что плодитесь, размножайтесь. Это самая главная функция человечества, как мне кажется. Это самое большое счастье, которое со мной происходило. Это родительство. Когда у меня рождались дети, это были самые счастливые секунды, минуты моей жизни. Это фантастика. И я вам искренне желаю познать, что такое родительство. Наверное, всему свое время, конечно. Да. Ну, а как часто вообще проводите свободное время с детьми? Что вообще делаете? Чем занимаетесь? Все мое свободное время с ними. Потому что для меня моя первая профессия – это быть отцом. Вот, может быть, поэтому для некоторых людей я пропал. Потому что мой главный фокус находится именно на этом. Я не хожу на светские мероприятия, как я уже говорил. И, наверное, я мог пропасть с горизонтов, потому что, не моя, что активно, да. Все органично происходит. Рождается песня, рождается материал, клип, я его выпускаю. И вот сегодня это произошло. Ну, а какой ты вообще папа, добрый или все-таки строгий? Необходимо, наверное, совмещать и то, и другое, потому что любовь – это самый главный ингредиент в коктейле родительства. Любая информация должна значиться через любовь. Но строгость тоже необходима. Ну, а вообще, последнее, допустим, что тебя может вывести из себя в плане ребенок? Может ли вывести из себя? Вот последний случай, когда ты прям сильно разозлился на... Никогда. Никогда. Так не бывает. Это лишь имитация может быть, как звучит этот анекдот, да, 75% мужчин имитируют вкусный борщ. Иногда необходимо, конечно, имитировать небольшую такую, типа ты разозлился, типа, эй, так нельзя. Но они такие невероятные у меня, что я нахожусь все время в состоянии повышенной любви. Но они сейчас уже определились, кем они хотят стать? Помогаешь ли ты им найти свой путь? Задача моя лишь направлять и давать им право выбора. Я счастлив, что они развиваются многосторонне. Они знают 4 языка. Они играют на инструментах. Какие языки? Даже интересно. Русский и грузинский. Русский. Испанский, английский. Потому что мы жили в Испании. Сейчас мы живем в Грузии. Кофе кон лечо. Это я знаю по-испански. Они знают. Не я. В отличие от отца, они знают. И они играют на музыкальных инструментах. Саша виртуозно владеет фортепиано в свои 10 лет. Он играет произведения, которые играет 15-летние. Допустим, Take Five или же там турецкий марш, но это чуть-чуть меньше. Илья очень любит рэп, старший, играет на гитаре очень круто. Ну, то есть они тоже больше в творчество, но да? Нет такого, что там они бизнес. Не-не-не, они также еще очень любят спорт. Потому что старший у меня, когда мы жили в Испании, он играл в Академии Барселоны.
Младший тоже играл в футбол. Сейчас они очень полюбили баскетбол. Угу. Но у меня нету, несмотря на то, что я обожаю футбол, я принимаю любой их выбор. Я понимаю, что мальчики обязательно должны находиться в спорте. Это не обязательно профессионально, но спорт должен обязательно быть по жизни. Угу. Также мы живем на море, поэтому они прекрасно плавают. Да. Но вообще, допустим, советуются ли они каким-то по своим личным историям? Там, допустим, понравилась им какая-нибудь девчонка, пап, ну там оценим, нужно ли там с ней общаться, или все-таки это не так? Это приходят тот возраст, когда советами? Они еще стесняются. И тут, наоборот, папа выведывает на этот чат. Я что-то увижу, допустим, что идет коммуникация какая-то. Но они очень воспитаны, очень стеснительны. Наверное, я с нетерпением ожидаю того возраста, когда мы будем разговаривать на эту тему более активно. Ну, то есть ты открыт, да, к такому общению, чтобы там приходили в гости? Или там только после свадьбы знакомство должно произойти? Многие придерживаются. У меня же не девочки, у меня мальчики, напомню. То есть тут все можно. Нет, у нас открытый дом всегда для их друзей. Конечно, в этом возрасте они дружат с девочками, мы понимаем. Да, может возникать какая-то симпатия. Конечно же, моя задача, блин, чтобы папа был крутым другом. Старшим товарищем, но другом. Вот я надеюсь, что я выполняю эту задачу. Да. Чтобы они не боялись что-то сказать, а наоборот делились, бежали ко мне и говорили, что-то вот здесь вот подскажи. Да. Стол заказов на РУ-ТВ. Программа «Стол заказов» продолжается. И, Ираклий, в преддверии Нового года хочется подвести какие-то итоги всегда. Я знаю, что тебе в этом году исполнилось 45 лет, такая юбилейная цифра. Расскажи, насколько ты доволен вообще к этому моменту жизни, своей жизни? А какой смысл быть недовольным? В этом есть смысл? Но все равно, вдруг есть какие-то моменты, которые ты такой, надо дожать, нужно что-то поменять. Всегда есть над чем работать, но я счастливый человек. Это абсолютно факт. Ну, давай тогда. Сейчас мы оценим твою жизнь, сферу жизни от 1 до 10. Значит, сейчас я найду все эти сферы. Первая – карьера. Есть над чем работать, поэтому, наверное, 8. 8. Так, личная жизнь. Хотя бы отметку мы сегодня от тебя получим. Ну, тут, конечно, провал, могу сказать. Я бы поставил себе двойку в этом плане. Двойку? Это по-честному? Это как раз по-честному. По-честному. Но это искренность мы любим. Так, здоровье? 10. 10. То есть прям очень здоровый человек со мной сидит. Дружба? 10. Дружба. Вообще много... Ну, если касаемо меня, 10. Если касаемо друзей, то, конечно, наверное, 2. То есть вот так вот, да? Ну, я сразу вспоминаю высказывание, я попросил Бога избавить меня от врагов, и почему-то начал терять друзей. Это иногда со мной такое бывает. Ну, а вообще, какие, допустим, может быть, с друзьями как раз у вас яркие события в этом году произошли? Сегодня, наверное, я могу констатировать тот факт, что собралась команда друзей вокруг меня, или я вокруг них, неважно. Это крутая команда по работе, которая совмещает и профессионализм, и дружеские крутые отношения. Поэтому, если говорить непосредственно об этом годе, не о 45 лет годах прожитых, то сегодня 10. А в общем, была 2. Я исправился. Ну, то есть можно совмещать дружбу в работе и в личной жизни? Я не понимаю, как это не совмещать, потому что создавать отношения и партнерство – это как раз-таки о дружбе, это об ответственности. А из российского шоу-бизнеса, допустим, с кем ты ближе всего общаешься? И вообще, есть ли такие люди? За около 25 лет нахождения на сцене счастлив, что это большое количество артистов. Поэтому сейчас могу просто кого-то упомянуть, а кого-то не упомянуть, чтобы не было обидно. Ну, вот последний с кем общался? Допустим, созванивался, недавно? Может, Ну, к сожалению, это произошло не по сильно хорошему поводу. Да, мы «Фабрику звезд 2» в этом году потеряли нашего брата черного, Нарцисса Пьера. Поэтому мы созванились со многими ребятами из «Фабрики». И недавно я встретил в одном из московских ресторанов Лену Темникову. И мы поняли, что мы очень соскучились друг по другу, очень круто пообщались. Но вообще часто проводите время с друзьями именно из российского шоу-бизнеса? Можете там встретиться? Не могу сказать, что часто, по причине того, что я уже более 7 лет не живу в России, приезжаю по работе.
И поэтому, наверное, не часто. Но мы встречаемся иногда, вот сейчас вот новогодние корпоративы, иногда встречаемся на каких-то мероприятиях, очень тепло. И как раз сейчас пора Нового года, новогодних корпоративов. У нас вчера была Регина Тодоренко в гостях, и она не знает, что подарить мужу. Ты вот у нас как представитель мужского пола, вот вообще скажи, что вам интересно и приятно получать в качестве подарка? Я, наверное, любитель, наоборот, больше дарить, чем получать, потому что, когда мне дарят подарок, я себя чувствую как-то странно. Почему? Ну, все не равно знаю. приятно, что человек уделил время. Не знаю, да. Это, ну, наверное, постфактум приятно, а во время непосредственно дарения я такой, не знаю, что мне делать. Больше приятно дарить. Это относительно меня. А какие вот самые необычные подарки дарил ты? У тебя есть топ-5 необычных подарков? Наверное, были бы какие-то поступки нестандартные, крутые. Например, мы опять возвращаемся к теме бывшей жены. Я не понимаю, что происходит. Но правда, я проявлялся вот там круто. Да. Ну вот какой был самый. Когда она родила мне первенца, мы выложили возле окна свечами картину, и я зашел к ней и сказал: посмотри туда. Это очень нормально. Ветра не было, который сдувал. Мы договорились со всеми, в том числе и с природными ресурсами. Да. Ну, а еще какие, допустим, подарки, может быть, которые дарили? Ну, у нас вот сейчас девушки смотрят, думают, что же подарить мужу. И ты их спасешь. Окей. Вернемся к вопросу Регины и Влада. Ну, я Влада знаю довольно-таки давно. Я знаю, что человек очень любит музыку. Я бы подарил... Я не хочу оказаться на месте Регины, но я рекомендовал бы Регине подарить что-то связанное с музыкой. Он же вокалист, да. Наверное, крутой какой-нибудь радиомикрофон. Стол заказов на РУ-ТВ. Программа «Стол заказов» продолжается. У меня сегодня в гостях Ираклий, и мы решили, раз ты редко делишься личным, провести для тебя блиц-опрос. Называется «Ближе», чтобы с тобой познакомиться поближе. Мама. Я буду зачитывать начало предложения, его нужно будет продолжить. Так, первое. Меня может вывести из себя ситуация, когда? Хамят. Хамят. А день, который я хотел бы прожить вновь? Сегодняшний гостевой визит на РУ-ТВ. Да? Это почему это? Потому что прекрасно, София. Ой, спасибо. Кроме этого, рождение моих детей. Рождение. Ну, это хороший повод. А последнее, что растрогало меня до слез, это? Рождение моих детей. Рождение. Все эмоции приносят дети. А самое любимое блюдо, приготовленное моей мамой, это? Каждое блюдо, приготовленное моей мамой. Так, это правильный ответ. Ну, есть ли хотя бы какое-то одно, которое вот точно попало в сердце? Пирожки. Пирожки с картошечкой. С картошечкой. И с грибами или без? Нет, с картошкой. Только с картошкой. Она острая, готовит с перчиком черным. Это просто пум! А ты знаешь рецепт? Готовил по ее Нет, рецепту? Я знаю, или... как это есть только. Как это есть? А хорошо готовишь? Я? Да. Ну, если шашлык, то да. Да. Ну, грузин сам. У нас вот, кстати, есть вопрос от телезрителя, как приготовить лучшие хинкали. Мы предлагаем прямо сейчас ответить на этот вопрос. О, это прямо высшее прямо мастерство в кулинарии. Это не просто. Я могу сказать, в Москве нету хороших хинкали. Как это? Там же просто налить воду и в соленой воде. Ни в коем случае. Во-первых, вода. Да. Какая вода? А какая вода должна быть? Должна быть грузинская. Грузинская. То есть нужно ехать в Грузию. Именно. А правда, что в фарш добавляют дробленый лед? Вот я не знаю. Не знаю, к своему стыду. Но я разбираюсь в хинкали, готовить не умею. Да, окей. Так, продолжаем нашу рубрику. Самое счастливое воспоминание из детства, связанное с... С бабушкой и дедушкой. С бабушкой и дедушкой. Моя самая дорогая покупка – это... Дом, наверное, который дом. В Подмосковье. Ну, она же была самая дорогая продажа, поэтому... А самая дорогая вещь для сердца именно, если не материальная, а вот что-то такое ценное? Нематериальное? Да, нематериальное. Подарок Святейшего Патриарха Грузии. Подарок Святейшего Патриарха Грузии. А есть ли у тебя талисман какой-то, который, допустим, ты там всегда с тобой или... Мы грузины, мы все-таки верующие люди, поэтому для нас более ценно не талисман какой-то, да, а что-то серьезное. Ага. Так, переходим. А можно простить все, кроме...
Тебе можно простить все без кроме. Ну нет, ну что-то, наверное, нельзя простить все-таки. Есть ли какие-то предательства друзей? Близкого человека. София, вы попросили меня быть лаконичным, а я сказал все. Не, ну если уточняющие, то... Окей, все. Потому что обида – это яд, который выпиваешь ты в ожидании, что от этого пострадает кто-то другой. Просить необходимо. А выводы делать тоже. Ну вот последняя обида на кого была? Или это, ситуация? Это автоматически обиды могут возникать, но необходимо осознавать, что выгоды у человека быть обиженным долго, никакого смысла нет, поэтому необходимо внутри себя договариваться с собой. Да, это классно. Вот с этим я вообще согласна. А моя главная слабость это? Серфинг. Серфинг. Часто катаешься? Да вот нет, но... В я думаю, получается? В январе поехать все-таки. Решит, а если в поехать. Москве? Я знаю, что есть. Вейксерф! Ну. Ну, так, настоящий классический с волной. Вот это моя настоящая слабость. Ага. Так, и последнее. История, которая, из-за которой мне стыдно. Наверное, таких историй много. Я просто не готов об этом говорить. Ну, последняя. Ну, давай, ладно. Не будем раскрывать все тайны. Стол заказов на РУ-ТВ. Пришло время вопросов от зрителей. Значит, первый вопрос. Три правила успеха от Иракли. Работоспособность, вера и правильная команда. Все, все запомнили. А строго ли ты оцениваешь свой клип? Свои клипы, извиняюсь. Все свое творчество я оцениваю довольно-таки требовательно. Угу. Три твоих самых заветных желания. Поехать в Инале на серфинг. Ну, на самом деле, это не заветное, это вполне реализуемое. Три заветных. А есть ли мечта, которая у тебя еще не исполнилась? Дочка. Дочка. Я хочу дочку. Да. А самое желанное место, которое хочется посетить? В основном все свои желания на этот счет я выполнил, но я не был на Гавайях как серфер, и я не был в Токио. Мне интересна Япония и их культура. Mm-hmm. И у меня друг сумоист, мой партнер по ресторану, который я открываю в Батуми. Он в данный момент действующий спортсмен, и я хочу посетить его соревнования. Сумо. Ага. Расскажи о своем самом необычном выступлении. Вопрос от Олеси. Олеся. Олеся, вот интересно. Олеся, что же вы ставите меня в тупик? Не знаю, мне, ну, для меня и каждое выступление, оно индивидуальное и отчасти необычное, но, наверное, самое необычное, это было выступление в 30-градусный мороз, по-моему, Новосибирск это было, если не ошибаюсь, и это было довольно-таки радикально, потому что даже несмотря на наличие перчаток, я там помню, обморозил руки так, что мне директор потом каким-то спиртным напитком, не помню каким, но крепким очень, я не хотел с ним расставаться, нет, растирали руки, чтобы на меня прошла какая-то боль. И очень актуальный вопрос, как будешь отмечать Новый год? Большинство артистов отмечают Новый год, даря людям праздник, выступая. И вот я не исключение. И вот для меня Новый год на самом деле меньше ценности имеет, нежели чем Рождество. Поэтому вот Рождество я традиционно в Тбилиси рядом со Святейшим Патриархом на рождественской службе, которая в Грузии является вот всенародным праздником. Это невероятное Рождество. Вообще я уважаю Рождество в Тбилиси, потому что люди как на карнавале, до утра на улице все гуляют, все поздравляют друг друга. И у меня традиция обязательно оказываться в Тбилиси рядом с нашим Святейшим Патриархом. Невероятным человеком, человеком любовь. Вы всей семьей туда уезжаете? Ну нет, я все-таки, дети пока еще малы, и несмотря на то, что грузинские дети тоже гуляют до утра, но у нас, я в семье режимист, поэтому я контролирую, чтобы у детей был режим. Да. Ну и последний вопрос. Какое свое достоинство считаешь самым ярким и ценным? София, как бы вы ответили на этот вопрос? Нет, где вот интересно? Я не знаю. Наверное, самая главная для меня ценность, это, как я уже говорил сегодня в интервью не раз,
И самая ответственная для меня позиция, и сегодня это профессия номер один для меня, несмотря на то, что я певец, я ресторатор, но для меня самая главная профессия, самая главная моя задача — быть достойным отцом и воспитывать детей, уделять им максимально, давать им любовь и уделять им время. Вот это для меня самое ценное. А насколько я уж хорош в этом, ну, не знаю, покажет время. Ну, я думаю, что дети, дети это оценивают 100%. Неважно, как я оцениваю, главное, чтобы... как они оценивают. Ну что, давай выберем вопрос, кто же станет сегодняшним победителем и будет на прекрасной розовой подушке спать. И вспоминать о тебе. Я должен сейчас моментально ответить, да? Да. Ну какой вот, такой прям запал и запомнился? Запомнился только последний, потому что я ничего не помню, так я волновался. Ну, давай сегодня тогда. На РУ-ТВ у меня был волнительный действительно сегодня день, и премьера клипа, и София прекрасная в кадре. Поэтому я ничего не помню, что было, ну правда. Ну вот тогда выбираем последний вопрос. Да. Все, тогда последний вопрос становится победителем. Спасибо, что сегодня был такой искренний, добрый, благодарю. Рассказал нам много всего личного. Приходи к нам еще. И вообще спасибо, что разделил со мной этот час. Спасибо тебе. Стол заказов на РУ-ТВ.